Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Вот хотел вам рассказать интересный переключатель двухклавишный. Лизар, так сказать. Вот название Лизар. Если вдруг приобретете, не верьте этой схеме. По схеме все написано по-другому. Не знаю, может и в других выключателях такая переключатель проблема. Но здесь явно, как обычно, да, мы соединяем единичку. Резкость не всегда попадается. Единичка вот. 4-5. И здесь 2-3-6, да? А нет. Все довольно-таки не так-то просто. Получается, методом тыка я все сделал. Вот сейчас попробуем поставить. Вот у меня тут видео есть, смотрите. Вот сфоткано оно. Вот, вот так вот правильно надо соединить. Заметили как? Вот сейчас мы пойдем соединим. Клавишник, переключатель, и вот он соединен, видите как, тоже лизаровский у нас. Вот заметили, как соединить, запомните, пожалуйста, именно так нужно соединить. Вот подключили лизаровский проходной двухклавишник. Смотрите, здесь можете на стоп поставить. Вот у нас, хочу вам резкость навести, чтобы было видно циферки. И вот здесь также лизар, также лампочка, также таким способом. Вот берем, включаем лампочку. Вот она включается, ну и там также включается, выключается. Это работает. Здесь берем, выключаем, включаем. Все работает. Пожалуйста, запомните. Видео не сильно длинное. Я думаю, все всем будет понятно. Еще раз показываю наглядно, как правильно соединить. Смотрите внимательно. Я боюсь, многие, кто с этим сталкивался. Все, спасибо за внимание. До следующих встреч.